темнота, ночь. Ребят, всем огромный привет. Вы меня не видите, потому что у нас темно. Я не просто так решил снимать в темноте. Почему? Ну, хотя бы потому что, ну ладно, светит у нас такой светодиод, когда ты идешь. Нет, я не только хотел, кстати говоря, давно обещал показать, как выглядит ночная подсветка нашего вот этого палисадника. Это ладно. Кстати, завтра уже начнут вот этим заниматься. Я, вы знаете, по просьбе наших подписчиков давно хотел сделать обзор на машин. Не на Audi, потому что, возможно, ее многие знают, а именно на VX, потому что многие интересуются и спрашивают, как чего. Я не поеду никуда за рулем, я не буду ездить, я не буду говорить о технических характеристиках. Сегодня пойдет речь именно о темном времени и как он выглядит в темноте. Потому что, вы знаете, я посмотрел очень много обзоров, и мне было тоже интересно перед покупкой покупать такой автомобиль, посмотреть все-таки, как же он выглядит в ночное время, но ни хрена ничего не нашел. Итак, смотрите, у меня есть вот такой вот пульт. Ну, сейчас вам покажу, как он выглядит. Вот так. И вот смотрите, при наличии пульта, при наличии того, что он у вас в кармане, вот таким вот образом вас встречает автомобиль. То есть у него есть это в настройках. Такой красивый диод, который идет спереди автомобиля. А в лице это габариты. Вот, и когда она чувствует, что вы приближаетесь, соответственно, она вот так вот вас встречает, да. Если очень интересная, полезная функция, это подход к автомобилю, когда вы подходите к багажнику, и она вроде как вас должна встретить, и у вас в руках, например, какие-то пакеты, и она автоматически открывает заднюю дверь, то бишь багажник. Ну, в багажнике я уже как-то показывал. Здесь есть третий ряд сидений, он отодвигается. Но, в принципе, вот такой достаточно яркой подсветки достаточно для того, чтобы вы в ночное время суток увидели, что лежит у вас в багажнике. И, например, открыть багажник, что-то, например, выложить. Да? Сейчас я специально посмотрю, потому что можно даже, наверное, сравнить с Audi, в котором есть тоже, кстати говоря, вот такой вот подсвечник, который совершенно не так освечивает багажное отделение. Ну да ладно, закроем багажник. Дальше давайте посмотрим. То есть он освещает, этого в принципе достаточно, ну, нормально. Есть еще у нас, что у нас? У нас еще есть плафоны для третьего ряда сидений. То есть, например, если кто-то едет в движении, там, например, либо в вечернее время суток, есть вот такой вот светильничек. То есть, видите, да? В принципе, в ночное время, то есть, вы видите, что у вас на третьем ряде сидений происходит. Естественно, если забыл кто-то выключить вот этот вот плафон, он, естественно, выключится, когда вы поставите машину на закрытие. Вот, например, в Audi мне очень нравится, что там две кнопки, если вы заметили. Это закрытие сразу автомобиля. Если вы, допустим, вытащили что-то из багажника, собираетесь идти домой, и вроде казалось бы, вот нажму я сейчас пакет, вот так поднял и пошел. И пошел сразу. То есть, например, закрыл кнопку. Но здесь одна только кнопочка, ну и, соответственно, получается, что она закрывает багажник, но не закрывает автомобиль. Ну а в целом, если мы подходим к автомобилю и смотрим, как выглядит в ночное время, то есть есть определенная подсветка, которая отображает марку Exit. Вот таким вот образом подсвечивать немножко вам, да, то есть она светится вот из зеркала, которое вот здесь заднего вида есть. То есть давайте посмотрим, что у нас на втором ряде сидений. То есть здесь такая вот подсветка уже не порогов, ну вернее порогов, но нету подсветки, например,
днище, да, вот как, ну как сказать, пола, которое вот здесь вот предусмотрено. Так, ну и давайте попробуем заднюю часть. А, здесь присесть при открытии. Здесь, скорее всего, наверное, можно какие-то настройки поставить, чтобы у вас освещалось. Но в данном случае я пока еще этого не делал. Давайте посмотрим, какие есть плафончики. Ну, плафончики есть, они освещают достаточно неплохо. Подлокотники здесь ничего не светится. Вот. Ну и кроме еще, наверное, вот это подогрева заднего кресла, переднего, правого, левого, еще есть климат-контроль, который можно включить и отдельно себе настраивать температуру. То есть все это отображается. Соответственно, больше температуры, меньше, кондиционер, регулировки все необходимые, которые здесь предусмотрены взад, вниз. И вот отдельно есть воздуховоды, которые даже до третьего ряда сидений отдельно продуваются. Вот. И, конечно, в памяти они оставляются. И есть еще зарядка для телефона. Ну и все, в принципе, все. Если мы эти подсветки выключаем стандартные, то задние никакие коврики здесь не подсвечиваются. Ну и также здесь подсвечивается только лишь стеклоподъемник. Вот, я его заблокировал для детей. Ну и все, в принципе. И есть еще определенная фишечка, сейчас ее не видно. Вот здесь вот. И с другой стороны она тоже есть. Если автомобиль заведенный, ну, соответственно, даже не только, кстати, заведенный, да, если он в рабочем состоянии и с этой стороны двигается автомобиль, то есть система, которая показывает здесь о том, что двигается с этой стороны автомобиль. Она предотвращает, так сказать, ну, показывает вам, что открыть дверь, ну, нельзя, либо не получится, я еще не пробовал. Так что вот задний ряд сидений с освещением выглядит вот таким вот образом. Из заднего ряда сидений вид получается вот таким вот тоже образом. В целом, если по вот этим двум дверям хаотично понятно, что и с той стороны такая же ситуация, если мы заходим сюда, выключим, так сказать, музыку, вот такая первая подсветка, которая идет вдоль, она меняет цвета, их достаточно много, здесь можно порегулировать цвета, какие вам нужны, они только спереди. Далее, конечно же, есть подсветка, которая есть в передней консоли, она достаточно ярко подсвечивается, но есть подсветка ног именно водителя. Ну и, конечно же, подсветка старт-стоп, да, ну, естественно, надо на педаль нажать. Мы заводим автомобиль, и вот таким вот образом сразу видим, что у нас происходит. Кроме технической части, если мы говорим о том, что когда вы заводите автомобиль, у вас есть память сидений, которая автоматически сразу подводит сиденье именно в то положение, которое вы сохраните в памяти. Их две памяти, два типа. То есть вы можете на супругу, например, на себя. И выбирая там в настройках, можете присесть уже в автомобиль, выбрать настройки, которые вы сохранили. Они остаются прежние. А руль, к сожалению, не регулируется в электрическом диапазоне, только вручном. Ну, в принципе, для меня эта роль судьи не играет. Единственное, да, конечно, для премиума хотелось бы, чтобы вот именно так она и получилась, что вот прям выдвинулось все как положено. Ну что, все определенные подсветки, которые необходимы для регулировки там открытия стеклоподъемников, тоже имеются. Не подсвечивается здесь, в данном случае, у нас кнопка, которую видите, открывает и закрывает зеркала, есть принудительная, и также регулировка. Но думаю, что в ночное время даже, так сказать, физически вы поймете, как вам отрегулировать, здесь проблем не будет, но, к сожалению, ее здесь нету, и я сразу об этом говорю. Да? То есть, если мы говорим о той подсветке, которая здесь есть дополнительно, то есть вы видите зеркало, здесь матовая такая подсветка,
То есть для девушки, например, которая там хочет приукраситься, да, посмотреть, то есть подсветка отдельная, по крайней мере, здесь. Здесь такой подсветки... А, есть. Здесь точно такая же подсветка есть. Есть возможность под, допустим, визитки какие-то. Я, кстати говоря, когда езжу на дальний путь, особенно если еду, сейчас скажу, если я еду по платной дороге, сюда я сразу карточку вкладываю и оплачиваю платный путь, чтобы оно нигде здесь не валялось. А в ночное также время подсвечивается вот эта вот приборная панель, которая освещает необходимые настройки по обдуву сидений. Здесь есть обдув, есть подогрев сидений, обдув в двух положениях, подогрев в двух положениях. Ну и, соответственно, этому ряду сидений тоже отдано точно такое же. Ну, все крутилочки, естественно, все это подсвечивается, отображается на центральном табло. То есть все необходимое, все работает как положено. Также неплохая подсветка приборной панели, то есть торпеды, регулируется она уже вручную. Здесь ручная есть регулировка. У меня как-то на самой яркости. Ну и, соответственно, все необходимые кнопки, они здесь подсвечиваются. Далее, если мы посмотрим бардачок, давайте посмотрим, подсвечивается ли он. Да, действительно, есть здесь подсветка стандартная, нормальная, ну, как бы диодная, белого цвета, бархатная здесь такой этот отделка бардачка. Очень все аккуратненько, тихо открывается и закрывается. Ну что, здесь кнопки все понятны. Ну, соответственно, подсвечивается шторка, подсвечивается сам люк. Ну, давайте попробуем открыть. Никаких дополнительных здесь линий подсветок диодов нету. То есть, если мы говорим про шторку, ну, а, соответственно, люк открывать смысла нет. Панорамная крыша. Есть панорамная крыша. Закроем ее обратно. По подсветке здесь, наверное, понятно. То же самое. Давайте, если будет, наверное, удобнее, если мы выключим здесь свет и посмотрим на подсветку руля. Здесь необходимые все регулировки также подсвечиваются. Все в одном цвете, никаких других цветов нету. Яркость, в принципе, достаточно. Но вы знаете, когда вы уже привыкнете к управлению на руле, то вы уже мало будете обращать на нее с подсветкой, будете уже тактильно понимать, где что у вас можно попробовать изменить. Панель приборов, да, если кто не знает, она имеет несколько цветов ярких, вернее разных, там голубой, золотистый и красный. В данном случае я выбрал просто красный, ну как-то мне нравится. Это находится все в настройках, это отдельная тема. Сейчас речь идет именно о ночном режиме подсветки, да. То есть что еще вам показать такого, да? Ну давайте, наверное, еще посмотрим, как светят фары, да, и заодно сразу попробуем, наверное, посмотреть, как работает у нас поворотники. То есть в данном случае мы попробовали аварийный режим. То есть видно, что она использует линейку вот такого типа, диодный свет. Подсветка госномера. Многие, кстати говоря, меняют, потому что в данном случае, вот если посмотреть, все у нас в таком, знаете, дневном свете, но здесь подсветка выполнена именно вот в желтом цвете, поэтому многие меняют просто на диоды. Это стандартное решение, проблем нет никаких. Я считаю, что, в принципе, лазить в новый автомобиль нет особой причины, но это, в принципе, исправимо, поэтому я думаю, что проблем здесь никаких не будет. Если кому-то захочется как-то усовершенствовать, например, свет своего автомобиля. То есть вот таким же образом выглядят диодные фары. Давайте посмотрим. Их здесь достаточно много. Ну и, соответственно, здесь есть противотуманки. Также, когда при повороте руля включается дополнительный свет боковой, который будет вам отображать поворот для того, чтобы вам было комфортно поворачивать. Ну и в ночном, опять же, режиме мы можем сразу заметить, как выполнены вот дополнительный поворотник в зеркалах заднего вида. В принципе, тоже
достаточно хорошо. Ну, еще из ночной какой-то подсветки вы можете видеть индикатор. Вот этот вот голубенький, это регистратор, который работает. Он уже в штатном, так сказать, автомобиле установлен. Единственное, нужно было приобрести лишь карту памяти, которую я поставил, и можно вполне себе смотреть, как двигался ваш автомобиль, как, что происходило, когда он стоял и так далее. Это очень нужная функция, хорошая. Например, вот в этом автомобиле Audi Q3 такого в помине нету, но это обычная простая комплектация. Свет здесь достаточно классный, ну, правда вам скажу, достаточно хороший и дальний в том числе, то есть, ну, яркий. Конечно, лучше всего его смотреть на дороге. Ну, будет у меня время, я с вами обязательно в этом плане поделюсь, потому что планирую сейчас пробегом 2900, да, у меня практически 3000 километров. В скором времени поехать, ну, уже, можно сказать, в дальнее путешествие. Дальше Краснодара мы поедем, вернее, я поеду уже в сторону Москвы, прокачусь, и тогда уже будет полноценный обзор именно технической части, как она себя ведет, насколько комфортабельно и так далее. Пока мне все нравится, и нареканий особых нет. Я специально, допустим, то есть, не мыл автомобиль, да, то есть, потому что в ночное время хотел показать именно, как выглядит автомобиль именно в ночном режиме, потому что, честно вам скажу, что таких видео именно в ночном режиме VX именно этой марки я не нашел, поэтому вот решил небольшой такой эксклюзив сделать для людей, которые думают, как стоит ли приобретать, как он внешне выглядит в ночном виде, потому что когда вы покупаете автомобиль в салоне, да, ну, реально не видно, насколько там светят фары, какая там есть подсветка. Это надо как-то присматриваться. Где-то там, если вы в полумраке, где-то там неосвещенном, увидели, что о, есть подсветка, о, смотри, как здорово. Но сейчас это бросается конкретно в глаза, и вы можете ощутить, как это прямо в ночном режиме это выглядит. Потому что, когда я приобретал этот автомобиль, я этого всего не видел. Вот я вам клянусь, просто не видел. Я видел только визуально, как в дневное время он выглядит. И, можно сказать, доверяя многим из тех, кто уже приобрел такой автомобиль, вот, и о том, что писали там фотографии какие-то, выкидывали, да, мало кто снимает видео, говорили, что, в принципе, в ночное время он достаточно необычно выглядит, и вот эта вот эргономика вот этой вот светящейся полосы сразу выдает ее за некий такой бренд, что вот прям смотрите, таких автомобилей мало где у кого есть такая полоса, ну что-то такое необычное. Хотя, возможно, сейчас очень много марок, которые сейчас на нашем рынке российском, да, представлены, и достаточно много что-то более совершенного и так далее, может быть, интересного, поэтому особо удивляться нечем. Но я показываю то, что я показываю, для тех, кому это важно, и для тех, кто собирается, например, подобный автомобиль приобрести. Соответственно, вот смотрите, какие здесь есть противотуманки. Одного цвета, никакого там колхоза, потому что я вам скажу, что у меня был до этого Тигуан, где диодные фонари были головного цвета, а противотуманки были обычные галогенки, и, соответственно, это так колхозно смотрелось. Но это был даже Volkswagen, а это вот, пожалуйста, вам премиум Китай. Так что, дорогие наши подписчики, если вам понравилось это видео, либо те зрители, которые посмотрели видео и планировали приобрести такой данный автомобиль, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным с точки зрения ночного, так сказать, режима, как выглядит автомобиль. Ну и следите за нашими следующими видео по данному автомобилю, потому что я уверен, что кому-то автомобиль, если понравится, с технической точки зрения, когда мы поедем в дальнюю дорогу, я расскажу очень многого интересного и выскажу независимую оценку, потому что я не продаю этот данный автомобиль. У меня нет такой позиции кому-то навязать что-то, кому-то сказать, вот, там, я приобрел, значит, это хороший автомобиль. Есть определенные недостатки, которые уже в техническом характере я расскажу уже в другом видео. Все, хорошего вам настроения, подписывайтесь на канал, надеюсь, вам оно понравилось. Пока!